каждый день какие-то новые события, неприятные, какая-то неопределенность. То одно говорят, то другое. Коронавирус, что эта изоляция продлится, чем это может кончиться, что происходит в больницах, в республиках и так далее. Одни говорят так, другие так. И вот я, например, спасаюсь любимым делом, снимаю стресс. Но слушайте, не только снимаю стресс. Я вам покажу на вебинаре, как можно поменять оценку стресса. Я использую стресс, я научу вас использовать энергию нервно-психического напряжения, независимо по какому поводу. Что бы там ни случилось, да, особенно в неопределенности, когда вы не знаете, что будет, вот что будет, да, и вот эту энергию напряжения использовать для того, чтобы вы открыли свои способности, и ровно как и я, были бы счастливы, потому что я на самом деле счастливый человек, несмотря ни на что. Я рисую, пишу книги. Даже стихи я пишу, у меня есть такие удивительные стихи, слушайте, я вам такие вещи покажу, и вы научитесь тоже, откроете ваши свои способности, даже о которых, может быть, не подозревали, есть так называемые спящие способности, да, и самое главное, откроется интуиция, как лучше решать любые проблемы, которые возникают в жизни, особенно в условиях неопределенности, вот так вы, как в айкидо, вот у вас стресс, а вы это как мешок с грузом перекинули через свою голову и лучше решаете со свободной головой все свои проблемы.